В Омске стартовала регистрация на 24-й рождественский полумарафон. Это один из самых массовых забегов в мире. Ежегодно в нем принимают участие спортсмены и любители не только из России, но и из Швейцарии, Китая, Великобритании, Германии и других стран. Соревнования пройдут по традиции 7 января. Трасса пролегает по исторической части города со стартом и финишем на Соборной площади. В программе две дистанции – 7 километров и классическая 21 километр. Кстати, наградят не только быстрых и выносливых, но и креативных. Организаторы готовят специальный приз за самый оригинальный костюм. Что важно, зарегистрироваться можно только онлайн и на официальном сайте.